Давайте прочекаем этот Battle Pass, потому что я действительно считаю, что это один из, наверное, самых крутых, наверное, Battle Pass'ов, который выходил в Смайте, кстати, без шуток говорю. Блин, это мало того, что самый крутой Battle Pass, по моему мнению, это самая крутая коллаборация у Хайрезов. У Хайрезов качественнее коллаборации с крупным каким-то издателем, ну, на моем веку, блин, с 2015 года не было еще. Скины здесь максимально крутые, чего стоит только один Сусана, который Зука Сусана, вообще офигенный. Давайте поближе посмотрим тогда, что у нас в Battle Pass'е присутствует, потому что мне это все интересно. Насколько я помню, кстати, сундуки сокровищ тоже переработали, это можно в патче будет почитать, в Smite.ru как бы вся инфа есть, я знаю, вы знаете. Рамка просто офигеть. Кто помнит, как называлась вот эта штука, на которой они в аватаре гоняли? Большая такая, что, блин, ну красивая, ну посмотри. Правда, вот эти штуки я уже где-то видел. Как будто бы из какого-то сезона. Аппа, да, да, это Аппа. Ну, а Анг тут, естественно, очень круто выглядит, на самом деле. Ну, как будто бы я уже вот это видел. Вот это как будто бы еще видел. Нет, почитай патч внимательно, Ань. Там что-то сделали с сундуками, насколько я понял. Так, сколько нам гемов, кстати, дают за весь? Посчитайте, чат, запоминайте. 30 гемасиков, тут сундуки. Блин, забавная аватарка, кстати. Почему такой скин не вели? Ладно. Что у нас сундуки? Куча сундуков. Вот, кстати, прикольная иконка. Блин, да все иконки из аватара тоже классные. И вот она, вот ради, на самом деле, ради чего купил я Battle Pass, это Кора на Скаде. Блин, мне один из любимых АДК, наверное, сейчас Скаде. И Кора вообще огонь. Блин, мне нравится, на самом деле, как выполнены эти скины, потому что они выполнены не в анимешном стиле и не в стандартном стиле, а вот, блин, но у них полигоны другие. У них немножко другие полигоны. Это веяние моды, потому что если вы посмотрите на новые игры типа Rocket League, Rocket Arena, по-моему, называется, если вы не в курсе, и всякие, не знаю, сайклы, всякое, у них малополигонные модельки, и выглядит это очень круто. Ну вот Кора вообще имба, я очень хочу ее. Забавный, кстати, аватар. А, это прыжок, это отметка прыжка, вообще огонь. Если он еще меняется, там вообще кайф. Что тут у нас еще есть? Мусор. Облик Варда вообще прикольный тоже. Ну не вообще прикольный тоже, ладно, на самом деле такой себе. Если бы это была Аппа в виде Варда, было бы имба вообще. Как обычно, усилители, миллиард усилителей просто. Метка смерти, ну такая себе. Метка смерти, кстати, не очень, мне не нравится. Набор комментатора Анг. Забавно. Так, мусор, левел ап. Надо будет посмотреть, когда прокачаемся. Пабу. Забавная аватарка, мне нравится. Офигенная аватарка Анга, на самом деле. Блин, очень много аватарок, да? В прошлом Battle Pass'е не было столько аватарок. Но это, короче, классный. Экран загрузки. Прикольный. Сундуки, гемы, сундуки. Мусор, куча сундуков просто. Глобальная эмоция — моя капуста. Отсылочки к аватару у нас. Так, что еще? Отметка прыжка, вот это классная, кстати. Вот это классная вообще. Так, приближаемся к конечной награде, на самом деле. Так, это что? О, облик Варда Апа. Так он есть все-таки. Блин, ну вот это круто. Вот это, кстати, Вард очень крутой. Очень крутой, прям мега крутой. Выглядит очень круто. Сундуки. Снова аватарка. Народ огня. Забавно. Гемы, сундуки. Аватар. Звание Аватар. Кстати, забавное. Забавное звание Аватар. Мне нравится. И вот он тот самый долгожданный для меня, наверное. Ну, может быть, еще кому-то. Анг Мерлин. Очень крутой, на самом деле. Многие почему-то хотели бы видеть Вамано с этим скином. Я не знаю почему. Типа, якобы он визуально похож. Но, камон, блин. Анг очень сильно подходит к Мерлину, так как и Мерлин владеет стихиями, и Анг владеет стихиями. Ну, короче, по-моему, круто. Так, и, собственно, в этом боевом пропуске у нас что есть? У нас есть премиальный доступ, да? Это еще плюс 60 уровней, да. И это, наверное, первый боевой пропуск, где я буду качать и премиалку. Здесь бесплатных уровней нету, это понятно. В основном все остальное мусор. Усилители, все это мусор. Но вот эти скины... Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Блин, спасибо. К Доте хорошо отношусь, ребят. Сейчас мы Battle Pass посмотрим.
Вот эти премиальные скины, насколько я помню, это первые премиальные скины в Battle Pass, которые меняют не просто цвет персонажа, а именно модельку. То есть Зука здесь с маской, у него другая совсем, ну, другой цвет кожи, вообще другой скин. По сути, это другой скин. Очень круто выглядит и прям пушечно. Дальше опять сундуки и куча мусора. Опять-таки Кора. Вообще другая прическа, глаза светятся, другая одежда. Жалко, только эту не поменяли. Очень круто. Опять куча мусора, то есть премиалку качать стоит только ради этих трех скинов. Ну и финальный, естественно, аватар Анг тоже другой. То есть он без майки, со светящимися глазами. Более забавный, как по мне. То есть мне вот премиальные скины больше нравятся, чем обычные. И, блин, да, это будет первый боевой пропуск, который я буду полностью прокачивать, скорее всего. Ну, короче, он очень крутой, очень крутой. Много мусора, конечно, ну как и во всех боевых пропусках. Но скины, по сути, три скина и три, не знаю, ремодели этих скинов. И крутые варды. Крутые варды, да. Ну, короче, очень крутой Battle Pass. И, блин, ну вот на этот Battle Pass я вообще ни разу не пожалел бы денег, и поэтому я его купил. Да, как-то так.